Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Гипоспид 163. Продолжаем мы прохождение игры Сёгун Тотовах. Играем за клан Симадзу мы по-прежнему. 12-й у нас. Так, не удалось мне, в общем, в прошлой серии взять Изума. Но сейчас я хочу здесь просто встать в оборону пока и стоять в обороне. И вообще сейчас хочу накопить армию, чтобы атаковать Ковача. Не знаю, конечно, как оно все у меня получится. Получится ли? Но посмотрим. Так. Сивучников мы нанимаем. Завершаем ход. В Бузыне пограничные башни. Ваш синоби был пойман и убит врагами. Вот зараза. Новая казна 8303. Так, тут восстания еще нет. Ну, 80. Так, ну, кстати, 86%. Продолжаем усиливать эффект. Кстати, хотел бы попробовать вот еще сюда. В провинции Зума немножко. Поработать агентами. Может быть, тоже удастся спровоцировать на бунт, но правда процент здесь, конечно, высокий. Отряд лучников. Раз. Далее нанимаем самураев Яри. Завершаем ход. В бунго легендарная ферма построилась. Сообщение от вашего сыновья в провинции Изума. Силы лорда Такеда подготовились к решительному нападению. Есть признаки, что он планирует вторгнуться в провинцию лорда Уэсуги. Нападение запланировано на эту весну. Изума, ваш синоби был пойман и убит врагами. Черт. Здесь, конечно, да, не удается закрепиться моим синоби. Так, что у нас по постройкам? Тут построено все. В Кикуга еще не все. Вот Кикуга порт. Ставим. Завершаем ход. Изума. Опять синоби был пойман и убит врагами. Нет, здесь, кстати, бесполезно. Я думаю, сюда бесполезно дергаться. Так, здесь 78 уже вичезыня. Thank you.
Завершаем ход. Отлично. Всё, здесь есть восстание. Силы Лорда Такеда подготовились к решительному нападению. Есть признаки, что не планируют торгнуться в провинции Лорда Уэсуги. Нападение вряд ли произойдет в течение 2 или более лет. Лишь бы, ну, меня не, так, не пошли бы. Так, Ичизы не пускай подавляют восстание. Мы пока пойдем дальше. Так, теперь давайте строительство. Здесь легендарный додж лучников строим в Сацуме. Завершаем ход. Так, сейчас я секундочку. Так, Харим у меня порт построился. Сила Лорда Такеда подготовились к решительному нападению. Признак для того, что они планируют торгнуться в провинцию Лорда Уэсуги. Так, я запишу код. Так, опять наш синоби будет пойман убит рогами. Новая казна 9505. Португальцы опять хотят мне пристать. Перебрасываем 3 отряда на усиление группировки в Хариме. Завершаем ход. В Сацуме легендарный додж лучников построилась. Опять Лорда Уэсуги с агами. Мы сильно бы пойман убит врагами. То ты что? Они что, подавили восстание, что ли? Она у них успокоилась. Ну-ка давай опять. Так, теперь нам нужно сейчас гарнизон там оставить. Здесь, значит, строим улучшенную ферму. Завершаем ход. В Хикуга построился порт. Кстати, знаете, давайте где еще будем казарм развивать? В провинции Аки, наверное. Опять мы синоби что-то докладывать, ну ладно. Снова мы спровоцировали восстание. Вот такие вот мы хитрые. Пусть они там бодаются. Так, у меня это все в порядке с лояльностью. Пока вроде бы все нормально. Совершаем ход.
Клан Такеда имеет наиболее военное население во всей Японии. Какой другой даймио не имеет такую фанатичную поддержку своих подданных? Опять нам там наш синоби что-то сообщил. Так, провинция Кикуга, все, порт есть, все отлично. Хизен качать. Улучшенную ферму. Здесь оружейную заказываем. И завершаем ход. Так, снова они крышат нападение до конца следующего года. Новая казна 8807, опять португальцы, которых я не хочу. Потому что они будут католичество насаждать. Так, нанимаем мучеников. Завершаем ход. Ну там даже читать смысла нет. Что-то моего синоби. Так, а я не нанял, что ли? Нет, нанял лучников. Ладно, фиг с ним. Давайте так. Что-то постройки давайте с Сацуму. Знаменитый доджа кавалерии. Так, здесь... Слушайте, может в буддийский храм здесь забабахте? Лучше не говорить то, что никто не говорит наука-то. Хотя... Ну давайте буддийский храм. Завершаем ход. Я здесь хотя бы манах воинов нанимал. Да что-то они никак не возьмут, а эти повстанцы. Как там так это еще удерживается, не пойму. У него тут войск-то уже, елки-палки, осталось. Он все еще подавляет восстание, умудряется. Интересно, мне вот такой гарнизон хватит, повстанцы решатся ли атаковать, нет? В общем, давайте пробуем взять Кавачи. Завершаем ход. Из-за неучной фермы построилась в Аки. Оружейная. Вот гаденыш Такеда. Все-таки пытается меня тут раскатать, конечно. Вот поэтому я не хотел оставлять вот этот анклав, потому что он сейчас будет ходить по всем моим провинциям. Там надо либо войска сейчас. Теперь надо будет как-то его останавливать.
А если сейчас прорвется там далеко, вклинится в мои порядки. Я вообще не знаю, как я буду с ним бодаться там. Просто не знаю. Потому что это мне, конечно, сильно насолит. Так, пехота, давайте быстро перебегаем. Прям быстро-быстро. Сбивать его надо будет как-то по частям хотя бы. Так, вы против монахов-воинов? Вы тоже против монахов-воинов. Лучники, я не знаю, достанут, нет. Нет, давай сюда. Кавалерия пока стоим в резерве. Потери моей пехоты, конечно, колоссальные. Как я уже говорил, у меня есть резерв. Так, давайте на командирский отряд напирать. Отлично. Все, кавалерию. Приводим кавалерию. Ваши солдаты убили вражеского тайша. Армия разорена. С большими потерями, но тем не менее взяли мы. Похоже, эту провинцию.
Кавалерию немножко успел добить, но мало. Кстати, вот армии нам нужно будет пехоту добавить. Итак, мои потери составили 591. Противник потерял 469. Да, у них, конечно, меньше. Ваш даймио получает ранг. Вы достигли 5-го ранга как генерала, вас знают по всей стране. Пока что они меня атакуют, а не Лордуи, суки, дебил. Блин, сейчас я дёрну вот эту армию, они нафиг тогда сюда в Изуму пойдут. Блин, зараза, мне тут провинция Аки как раз. Ай, что ж делать-то? Давайте тогда вот так вот хотя бы. Самое главное, чтобы повстанцы на Сануки не пошли. Здесь у меня резервы еще только создаются. Блин, бесит меня, конечно, эта хрень. Бузени превосходную ферму строим. Так, и надо ковачи мне там. Вообще, надо, конечно, замок, чтобы мануть сразу, это сразу. А, я ж тут не могу ничего делать пока. 133%. Пока вы должно хватить. Блин, гаденыш какой-то. Смотри, что он делает. Вот поэтому не люблю я, да, вот такие вот оставлять, блин. Как он все эти восстания подавляет, мне интересно просто. Аки мне нужно в любом сейчас случае удержать. Так, так, требуется любой замок, зажженный руды. Добавляет плюс один брони ко всем отрядам определенной провинции. Ага, нужно заменить тут же копейщиков мне здесь. Для нагината. Ну это ладно, следующим ходом. Давайте сейчас займемся экономикой. Сейчас будем как-нибудь войска какие-нибудь кидать. Потому что нужно будет усиливать оборону. У меня портов еще ни хрена нет, кроме провинции Аки. Куда он там дальше двинется? Фиг его знает. Так, ну ладно, сегодня мы одну провинцию, к сожалению, потеряли, но одну я приобрел.
Там еще, может быть, восстание в нашу пользу будет. Так, сколько у меня провинций, если без одной? Так, 12, 18, 21, было бы 22 бы уже. Плохой урожай, но у меня торговля уже 2000 достигает, а расхода 3775. Торговля у нас практически догоняет расходы. А доход с ферм. Торговлю, конечно, нам лучше сделать, чтобы у нас основным источником дохода. Вот самое офигенное, конечно, это построить факторию. В принципе, если бы сейчас португальцев было, я бы мог построить факторию давно бы уже. У меня порты бы еще в два раза, у меня 4000 порты бы могли производить доходов. Но португальцы будут требовать обязательно переход к католичеству. Тогда у меня не будет монах-воинов. А я сейчас здесь строю вот буддийский храм, у меня появятся монахи-воины. Вот он строится у нас сейчас. Центр обучения сахеев, боевых монахов. Эти самурайские фанатики-буддисты, одни из наиболее страшных и эффективных людей на поле битвы. Вот здесь поэтому надо блокировать. Вообще, конечно, уничтожить этот анклав надо. Но мне нужна армия хорошая, мощная здесь, чтобы уничтожить этот анклав. Я один раз рыпнулся, и они меня разбили. Ну нельзя оставлять этот анклав, нельзя. Ладно. Это будет наша, конечно, главная боль на следующей серии. В общем, всем большое спасибо за просмотр. Всем, кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.